Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пиромансер. И это новое видео по игре Хроно Триггер. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы победили Масамуна. Ну, да и все. Ну и отправились на поиски Камня Мечты или что-то в этом роде. Так вот, я что хотел сказать. Ребят, у меня в последней серии, в которой я победил как раз таки Масамуна, звук не записался. Что было, кстати, крайне обидно. Я выложу в описании ролику еще один видос, как раз таки с прохождением этого места. Кому будет интересно, посмотрит, я думаю, кто будет следить за сюжетом. Там нету, скажем так, объяснений с моей стороны. Не объяснений, а просто озвучки как таковой в целом. Поэтому, ну, кто захочет, посмотрит. В описании ссылочка будет. А теперь приступим. Так, нам нужно найти Камень Мечты. Камень Мечты, по сути, как сказал Мельхиор, очень в древности были, как это, деньгами. Использовались как деньги. Ну, что я могу сделать? Точнее, что мы можем сделать, это отправиться как раз-таки в самые древности древнего. У нас тем более портал туда имеется. В 600-х годах я его явно не найду, этот камень. А в самой древней древности у нас портал есть в 65-й год. Ой, 65 миллионов лет до нашей эры. Ну что, отправляемся туда. Других вариантов, собственно, такие нету. Так, это, по-моему, вот этот портал. Да, Мистическая гора. Ну, отправляемся туда. Угу. Только отправились и сразу упали. Они все зеленые и чешуйчатые. Кто они такие? Угу. На нас напали. Ну, я думаю, мы сейчас отобьемся от них легко. И непринужденно. Рептайты. Интересно. Так. Огненный вихрь. А где центральный? Вот он. Так. Ну, кстати, бьют они неприятно. Сразу понятно. Нормально. И сколько у них хп? Я что-то не глянул. Ну работайте, давайте. Неужели? Они умеют ходы забивать, а это неприятно. Минус. Отлично. Просто минус четверо сразу. Они, кстати, не устойчивы к огню, я как гляжу. Так, ну последнего, я думаю, мы и так можем запинать. Да, запинали. Отлично. 360 XP. 10 их поинтов. Ну и один петл. Хрона получил уровень. Лук уровень получила. Ну а Марля получила в прошлой серии. Еще. Ух ты. Их больше. Что нам делать, Хроно? О, опять интерактив. Баба с дубинкой. Просто разваливают этих рептилий. Боже, она крута. Кто эта женщина? Они... Ох, они идут в нашу сторону. Так, ну, четверо, четверых, я думаю, мы сейчас осилим быстро. При нашем-то уроне. Он вроде не маленький. Но вот одно хп осталось у одной рептилии. Все, нету.
Так. Оп, сбили ход, да? Но нет, не сбили. А, они усыпляющим чем-то бросаются. Вон оно чего. Я сначала не понял, а теперь понятно. Что-то, что заставляет заснуть. Ну, это как у Луки был плазмоган. Так, ну все, победили. 288 экспы, 8 техпоинтов и 1 пэтл. Что такое пэтл? Ладно, надо будет глянуть, что такое пэтл. Что тебе нужно? Ах. Хрона? Ты сильный. Твое имя? Хрона, да? Хорошее имя. Я... А ты у нас... Еще вспомнить, как тебя зовут. Ты, может быть, загрузишься, нет? Айла. Айла ее зовут. Я Айла. Айла любит сильных людей, поэтому Айле нравится Хрона. Уйди от нее, Хрона. Кажется, ты и нравишься, Хрона. Ты тоже сильный. Айла уважает сильных людей, мужчин и женщин. О, брат. Где они ее держали? Хрона, откуда ты? Как бы тебе это объяснить? Мы из тех дней, которые будут еще не скоро. Ха, ты смешной. Айла любит смешных людей. Бесполезно. Приходи в деревню, поедим и поговорим. Потанцуем, поедим весело. Мы хотели бы, но нам нужно найти камень снов. Камень? Камней полно, здесь, там, в деревне. Бери сколько хочешь. Хрона, пойдем в деревню. В деревню Йока, здесь. Ну, пойдемте. Один берсеркер. Это еще одно колечко, да, берсерк? Так. Еще какие-то рептилии нарисовались. Раннеры. Хм. Интересно. А можно мне луку, пожалуйста, зарядить? Вот очень хотелось бы. Ну, лука, давай. В темпе вальса. Неужели? Бьем вот так и, например, лед. Не на того, конечно, но ладно. Ну, я думаю, Марли сама справится. Да, справилась прекрасно. 192 экспы, 8 техпоинтов, 1 рок. Ого, здрасте. А вы кто? Ну, с вами сражаться придется, понятно. Килва. Давайте. Хватит вам, нет? Да, хватает. 84 экспы. 4 техпоинта. 1 пэтл. А где ваши головы? А, ну ок. Окей, окей. Пусть так. Понятно. Опять зарядка. По полгода. Неужели? Минус двое. Ну, победа. 96 экспы, 4 техпоинта и 1 рок. Марли левел ап. Быстро она поднимается, в отличие от всех остальных. Так, 4 штуки этой крутящейся. Главное, чтобы лука по-быстрому зарядилась, и все. Так, фаер. Ну ладно, давайте так. Двоих так двоих.
Ну, 2 точно в минусе. Это 100%. Ну, хоть не воруют ничего. Уже радует. Еще один минус, ну и последний. Киллвала. Интересное название. Или киллвала. Ну, короче, он минус. Последний. Так, 168 экспы. 8 техпоинтов и 1 пэтл. Хроно, слишком медленный. Хроно, пойдем в деревню Йока, здесь. Окей, пойдем. Я думаю, там как раз и отдохну. ХП пополню и все остальное. Ух, ё-моё. А, лесной лабиринт, понятно. А это у нас... Хижина Йока. Ну, пойдемте в хижину Йока. Так, здесь особо ничего интересного не происходит. Хотя можно было поговорить с ними. Да, давайте с ними поговорим. Ты из рептилий? Я тебя побью. Нет, я не из рептилий. Ну ладно. У рептилий чешуя, кровь холодная. Их тяжело победить. Так, ну и с последней. Выпьешь сладкой воды, станешь сильнее от нее. Да давай, чё. О, восстановлены гежели и ем. Отлично. Так, хилиться мы нашли где? В правой хижине. Окей. Так, теперь в левую. У тебя странные шкуры. Хочешь посмотреть на красный камень? У вождя такой есть. Хижина вождя на севере деревни. Ясненько, спасибо. Учту. Хижина вождя. Нам сюда. Наверное. Ага, Айла вождь. Интересно. Хорошо, Хроно, пойдем. Скоро ночь. Надо готовить вечеринку. Пойдем, Хроно. Ну, пойдем. Послушайте все, это новые друзья. Сильный человек Хроно. Друзья Хроно, Марли и Люка. Лука. Унга. Теперь мы будем танцевать. Ага. Что-то мне это начало напоминает. Вы чужаки? Но Айла устраивает вечеринку. Почему? Потому что. А тебе какая разница, по сути? Унга-бунга, мунга-мипл. Танцуй с людьми ветра. Унга-бунга, мунга-мипл. Танцуй с горными людьми. Пой и танцуй всю ночь. Танцуй с людьми ветра. Ну, короче, здесь по кругу, я понял. Окей. Хорошая музыка. Наш род очень древний. Понятно. Ясно. Так, пойдем с нашими поговорим. Они мне руку вывернули. Давай, Хроно, будем веселиться. Ну, веселитесь, пожалуйста. Ясно. Хроно, ешь, пой, танцуй. Куда? С кем? Чего? Ничего не понятно. Понятно, выйти отсюда нельзя с этой локации. Хроно, ешь, пой, танцуй. Это фантастика. Я тоже хочу потанцевать. Ну, давай потанцуем. Треугольник квадрат, L1, R1.
Не знаю, похоже ли это на танец, но мне хватит. Ням, Хрона, ты должен попробовать питье. Ну, давай. Ты мужчина или мышь? Выпей залпом. Ха-ха. Ну, теперь с Лукой точно поговорю. Ой, с Айлой поговорю. Хрона, попробуй. Особый суп юрского периода. Классная вещь. Айла убивает рептилий. Их вождь Азала. Очень умный. Дрались все жители деревни Йоко, но не победили. Ушли в деревню Ларуба. Мы не знаем, где эта деревня. Они все время прячутся. Азала хочет уничтожить Йоко и Ларубу. Но Айла выстоит. Айла сдастся только, когда умрет. Хватит. Встретила сегодня Хрона. Хороший день. Еда, вечеринка, песни, танцы. Хрона, ты ищешь красный камень? Редкий красный камень – символ власти. Айла – самая сильная в деревне Йоко, поэтому камень у Айлы. Хочешь камень? Бросай вызов Айле. Выиграешь Айлу – отдаст камень. Не бросишь вызов Айле? Да давай, бросим, чё. Принесите много супа. Время веселиться, так что ешь. Хрона и Айла устроят супную гонку. Ох, чувствую, зря я на это подписался. Я не знаю, быстрее я, медленнее ли я, не знаю. Уже сдаешься? Ты сильный, но ешь мало. Что? Хрона сдается? Да нет, наверное. Начнем, нажимай кнопку X как можно чаще. Хватит, Хрона, ты выиграл, я отдам тебе камень. Хрона, есть много, съешь еще одну миску на здоровье. Хрона, хорошо, ешь. Может быть, съел много? Так, камень я выиграл. Отлично. Фью, что, врун, я была идеальной леди вчера, но почему у меня так болит живот? Доброе утро, Хрона. Веселая была ночка. Эй, кто оставил эти следы? Он пропал. Ключ от ворот украли. Эти следы оставил вор. Без него мы останемся здесь навсегда. Разве это не весело? Пойдем найдем Айлу. Храпит, как незнамо кто. А, Хрона, ты уже встал? О! Слишком много супа. Спала, как убитая. Извини, что разбудили, но нас обокрали. Что? Это, наверное, рептилии. Хрона, пойдем с Айлой, мы разберемся с рептилиями. Кто еще пойдет? О, а вот тут я даже не знаю, сомневаюсь. Ладно, давайте возьмем Роба. Да, давайте возьмем Роба. Кто-нибудь в деревне мог видеть? Пойдем попросим. Хрона. Так, ну пойдем спросим. Так, вот сюда. Где Кино? Все ушли утром. Я видел рептилии, они пришли с места встречи. Ушли на юг, в лесной лабиринт. Лесной лабиринт — страшное место, где много монстров и тропинок, где можно потеряться. Вождь, будь осторожен. Так, окей. Нам в лесной лабиринт. Лесной лабиринт ниже находится, да? Да, вот он. Ну, пойдемте в лесной лабиринт, чё? Делать нечего. Надо найти ключ от ворот. А иначе нам никуда. Кино, что ты делаешь? Говори немедленно.
Айла, кину взять вещи Хрона. Зачем брать? Кина больше не нравится Айла. Айла любит Хрона, а Кина не любит. Мисс Айла, это пропаганда насилия. Кина, знаешь, почему я наказываю? Айла не любит Кину. Нет, Айла очень любит Кину. Не делай больше ничего плохого, хорошо? Это плохо. Айла. Извини, Айла. Прости меня, Хрона. Отдай вещи Хрона. У меня их нет, их забрали рептилии. Рептилии? Куда они делись? Они бежали в кусты, вон туда. Айла тоже пойдет. Кино пойдет обратно в деревню. Кино будет защищать деревню, пока Айла не будет. Хорошо, Айла. Да. Кино мужчина, если Айла умрет, то Кино станет вождем. Айла, ты нежное в сердце. В погоне за рептилиями вернуть вещи Хрона. Получил средний тоник. Лестница тут интересная, в виде травы лиан. Один ревайв. Так, мостик. Мне нужен этот мостик. Тут есть еще какие-то вещи. Еще средний эфир. Так, поэтому можно лазить, нет? Нет, поэтому лазить нельзя. Так, вернемся назад. На нас напали. Но это не сильно похоже на рептилию. Сколько урона? Это был крит, я так понимаю? Или Айла серьезно такая жесткая? Не, она серьезно такая жесткая. 126 экспы, 6 техпоинтов, 1 петал. Выучена двойная техника, максимальный циклон. Окей, учту, может быть, даже буду пользоваться. Так, а как на эту сторону попасть? А, тут если можно пройти, то все, сундук взят. Получен средний тоник. Так, здесь есть что-нибудь? Один ревайв. На нас снова напали. Ох. А ты кто? Какая-то историческая обезьяна. Кидается людьми в людей. Опасно. Сто двадцать три экспы, 2 техпоинта, 1 клык. Возможно, Фэнк. Очень может быть, что это клык. Так, а зачем здесь этот проход? Здесь же нет ничего. Или есть? Походу, там нет ничего. Я так надеялся, на самом деле. Ну ладно. Нет, так нет. Так, стоп. Здесь я был. Значит, мне точно сюда. Ладно, окей. Опять эта непонятная обезьяна. Так, комбо. Максимальный циклон. Не получается мне максимальный циклон использовать, ну ладно. Значит, он не нужен. А так мало урона.
А, у нее, походу, постоянные квиты. Если это так, то это довольно-таки забавно. Ладно, сейчас обезьяну завалим, и надо похилиться будет. Завалили обезьяну. У нее, походу, под 500 хп. 207 экспы, 6 техпоинтов, 1 петал, 1 клык. Выучила кис. Выучила поцелуй. Интересно. Скорее всего, это какая-нибудь хилочка очередная. Имея мнение такое на данный счет. Так, похилялись, идем дальше. Так, подъем наверх. Проходим тут. Вот тут. И нас снова нападают. Ну ладно, окей. А, так вы не страшные. Вы слабенькие. Робот так и не зарядился на этот момент. Ну ладно. Вот чувак, походу, этого вообще не ожидал. Что ему в лицо прилетит обраточка. Ну, умирай давай. Хорош. Наконец-то. 96 экспы, 4 техпоинта, 1 рок. Что здесь происходит? Где сундучки? А, сундучок. Успел только за него сказать. Так, получен средний тоник. Птицы. Да исторические. Здрасте. А вам чего? Золотые орлы. Сколько у вас хп? Почему ты стал красным? Кровь пошла, ты покраснел? Ну окей, если так. Студент с 5 экспы, 6 техпоинтов, 1 фейзер. Одна кожа? Нет, не кожа. Хотя может быть и кожа. Я в этом не сильно силен. Опять обезьяна. Еще и пугать пытается. А ты зачем пришел? Иди отсюда. Чудо, похожее на Спекио. Все, победа. 160 XP, 4 техпоинта, 1 петал и 1 клык. Что такое петал? Я понимаю то, что я здесь собираю какие-то части зверей. Так, 1 хил. Восстанавливать статус. Но мне же вроде как не надо его восстанавливать. Ну, как минимум до этого было не нужно. Куда мы пришли? Где остальные сундучки? Мне нужны сундучки. Больше сундучков. О, сундучок. Еще один средний эфир. Средний эфир — это хорошо.
лесной лабиринт пройден. Логово рептилий. Ну, пойдемте. Хотя я бы, на самом деле, по сути, сначала бы отхилился бы. Да, я, наверное, так и сделаю. Хотя, знаете что? Давайте отхилимся сначала. Потом подумаем. Можно засейвиться. И закон... Нет, давайте пройдем еще и логово рептилий заодно. Так, проходим сюда. Здесь опять эти рыбы. Непонятного рода и племени. Жуки, рыбы, не поймешь. Давайте их завалим по-быстрому. Один аж носом трясет. Ожидает. Ну, давайте. Максимальный циклон. А, вот это как работает. Это первый раз, когда пытался ему ударить, даже не знал, что он так работает. Ну, теперь ясно, как он работает. Окей. А ХП, я смотрю, у вас не так много. Так, ну первую партию раскидали. 324 опыта, 8 техпоинтов, 1 фезер. А, фезер это клык. Стоп, а я там взял какого-нибудь эту? А назад уже выйти нельзя, я понял. Так, ну давайте еще двоих. Главное, что здесь какого-нибудь босса не вылезло. Будет не совсем приятно. А точнее, очень неприятно даже. Ну, у тебя там осталось-то копеечки по ХП. 162 XP, 4 техпоинта, 1 клык. А там тогда что было? Ладно, неважно. Спускаемся дальше. Ого, привет, а ты кто? Толстый такой. Скорее всего, даже летать не умеешь. Мегазавр. Зато урона закидывает, да и дорогу. Его, походу, магией надо шпарить. Ну, магии так магии. Окей, сам напросился. Забавно. ХП у него много. 147 опыта, 2 техпоинта и 1... запутался я, короче. 1 фэнг. Так будет проще. Действительно. Нет, у меня тут обычных тоников много. Так, хильнулись. Продолжаем. О, это те, которые сначала бегали в самого. 4, да? Ну окей, 4, так 4. Сейчас мы вас по-быстрому отпинаем. Кувалдой по голове. Бам. У них здесь оружие хорошее, я знаю. У этих ребят.
Спать отправили. Но это вы чем-то сонным таким кидаются. Разумные рептилии. Странное что-то. XP, 8 техпоинтов и 1 петал. Робо получил уровень. Приятненько. Ты последний, да? Ага. Он еще и мегазавра позвал с собой. Давайте с мегазавром теперь справляться как-нибудь. Его надо током было ударить, я забыл. Не током, а молнией. Тогда у него перестает быть защита в больших количествах. Его можно победить. Отключаем ему все. Теперь просто атакуем в больших количествах. Он до сих пор в шоке. Все. Погиб. 219 экспы, 4 техпоинта, 1 петал, 1 фэнг. Айла получил уровень. Приятно. Полный эзер. Интересная штука, наверное. Наверное. А это медтоник? Нет, не медтоник, просто тоник. Роба прям сильно прилетела. Ладно, дохиливаем так до конца. Организуем что-нибудь. Как это называется? Не организуем, а... Сортируем. Во, вспомнил. Так, давайте попробуем здесь током ударить. Ну, не током ударить, а просто ударить его. Молнией. Может, он тоже шокируется? Нет, он шоком не... Он в меня камнями кидаться будет еще. Надо этот камень сначала уничтожить, а иначе меня здесь убьют. Шитаки? А, это гриб шитаки. Прикольно. Все. Кидаться теперь тебе больше нечем. Толком. Только нами друг в друга. Блин, а урона все равно много. Ну, ладно, ничего страшного, мы победили. Так, 234 экспы, 4 техпоинта и 1 фанк. Средневековая обезьяна, блин. Ой, средневековая. Древняя обезьяна. Так, я чуток похилиться опять хочу. Ну так вот, прям чуть-чуть. Накинуть себе хпшечку. Все, можно идти дальше. Еще грибы шитаки. Так, сначала уничтожаем шитаки. И много не надо, насколько я знаю. Второе шитаки. Еще один удар. А вот это я зря сделал. А, я понял, он не контрит тогда удары. Так он удары контрит, а... Если убить шитаки, он перестает контрить удары. Неплохо получилось. Так, 345 экспы, 6 техпоинтов и 1 петал. 1 фэнг. А Айла выучила ролла кик. И выучила двойную технику дрил кик. Так, снова хиляемся. Так, тут есть какой-то поворотик и есть какое-то продолжение пещеры.
Ага, продолжение пещеры с... Ясно. Ясно все. С продолжением пещеры. Так, мне нужно ударить молнией. И техникой Ролла Кик, наверное. Ну, у меня на крайняк есть свои эзеры. Ну, хватит. Так, и остался с мелким, вот с этим мелким разобраться, и все. Так, все разобрались. 291 XP, 6 техпоинтов, 1 пэтл. 1 фэнк. Хрона получил уровень. Приятненько. Так, здесь есть сохраночка. Ну, давайте, знаете что? Здесь еще раз отдохнем. Нам не надо будет тратить никакие... эфиры, средние, маленькие или большие, неважно. Может быть так. Нет, не так. Обидно. По идее, вот так. Потому что я двигаться после того, как этот звук издался, я больше не двигался. Так, шелтер. Используем. Так, хорошо. Эй, ну ладно. Слот первый. Записаться. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайся на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.